600, пройдет в разбор. Ну, обычный салон. Морчок, смотрите, какой. Вообще целенький, пробег там 60 тысяч. Ну, комплектация, конечно, обычная. На веслах все. Но вот так, состояние вообще хорошее. 95-го года выпуска. И что в продаже можно купить в разбор, пустим. Все снимем, то, что надо. Только цена. Даже вот еще штамповочки есть. Колпаки вон, оригинальные. Да, состояние прям вообще офигенное.